значим ничего, когда смеемся и когда грустим и плачем. Живем для них, и видно от того, что без друзей мы ничего не значим. Кружимся, вертимся в своих делах, встречая за удачу и неудачу. Не ошибаемся мы в выбранных друзьях, ведь без друзей мы ничего не значим. На сцене замечательный творческий дружеский дуэт Людмила Белова и Светлана Арифуллина. Но и взбодрит, если нужно. И
я хочу ей пожелать в этот день здоровья, творческого долголетия, понимания родных, близких и друзей, и спеть для нее хорошую песню «Ах, ночь, голубая ночь». С днем рождения тебя, дорогая! Светланы Геннадьевны, Надежда Калашникова, многодетная мамочка, у которой 4 сына, талантливых сына, которые тоже подарят свой подарок Светлане Геннадьевне, Алексей и Александр. Встречаем на сцене замечательную семью Калашниковых. Такой праздник всегда уютный, семейный, и быть приглашенным на такое торжество всегда большое удовольствие, а оказаться на сцене – это жутко волнующе. Тетя Света, мы зовем ее тетя Света, практически родной нам человек. Мы живем на одной лестничной площадке, мы соседи. Она очень, очень добрая. Вот она мне практически как мама. За любым советом можно всегда зайти. Она всегда спросит, как дела, а если увидит грустное лицо сына, обязательно у него поинтересуется, что случилось, а потом подойдет ко мне и уточнит, правда ли так, а то вдруг кто-то что-то утаил. В общем, я хочу сказать, что сегодня, видя столько людей в зале, я только подтверждаю свои мысли о том, что Светлана удивительный человек. И стих, который я хочу сейчас прочитать, он так и называется «В день рождения человека». Человек встречается.
встречающий рассветы, человек, целующий туманы, человек, любующийся светом, солнце, собирающий в карманы, человек, природу берегущий, человек, прощающий обиды, человек, вперед и вверх идущий к истине, вершине пирамиды. Человек, на облака смотрящий, человек, дарящий людям веру, человек, судьбу благодарящий, следовать бы нам его примеру. Человек, свободой окрыленный, человек, источник вдохновения, искренний, открытый и влюбленный. С днем рождения, человек мой, с днем рождения. Мой сын Алёшка приготовил сольный номер для этого концерта. Я прошу его поддержать, он очень волнуется. Чепухи. Лист красивый, камушек, орешек, пуговица, веточка, перо. Слышу пару дружеских насмешек. Ну зачем все это? Для чего? Я не знаю. Может, нарисую или засушу и подарю. Или же в коробку небольшую вылью свое море. Я люблю осень, эти долгие закаты, тени, листья, хороводы туч, лужи на дорогах, как заплаты, и вечерний рыжий солнца луч. Все люблю, хочу забрать с собою. По карманам прячу, что могу, а зимой коробочку открою и достану эту красоту. Детям покажу, и кошке Фросе свое чудо, море, океан. Если людям дарит что-то осень, почему не положить в карман? И на сцене мой старший сын Александр, он исполнит композицию, всем вам знакомую, веселую, в подарок Светлане Геннадьевне. С днем рождения!
вручить его, мамочка. Бегом, бегом, бегом. Малыш, давай, вот еще у нас. Замечательно. Песня русская в березах, песня русская в хлебах, на покосах, на морозах, на санях и на лугах. На ветру шумят рябины, каждый слушать их готов. Сколько песен у России, столько вопли цветов. Свой творческий путь в нашем Доме культуры «Радуга» Светлана Арифуллина начала в ансамбле народной песни «Вечеры», руководитель Евгений Утенков. Наш дорогой любимый ансамбль чтит обычаи и традиции народной песни. И сегодня он вновь на нашей сцене. Встречаем ансамбль народной песни «Вечеры». Я лечу над Россией снова.
ансамбль «Вечеры» Светлана Алексеевна.